Hello. Привет. Здравствуй. Туда-сюда лай. Почему не боишься меня, не убегаешь? Ты же живой. Там твои друзья быстро убегают, а ты какой-то смелый краб, никого не боишься. Вот какой ты краб. Смелый такой. Ух ты! Какой краб. Сильный такой. Смелый. Смелый крабик. Вот он тут. Вот. Вот такой краб. Привет всем телезрителям Ютуба. Морской краб на острове Фукуок во Вьетнаме. Вот живет такой маленький прекрасный крабик в Тихом океане, в Сиамском заливе. На берегу Сиамского залива. Всем привет! Бай-бай! На острове Фукуоке во Вьетнаме закат солнца. Тихий океан. Стоит прекрасная погода. Температура воздуха 27 градусов. И море тоже.
Корабли выплыли в море на рыбалку. Остров Фокуок. Впереди Вьетнам заканчивается, начинается Камбоджа. Виднеются острова. Сиамский залив. Тихий океан. Закат солнца. Люди еще вовсю купаются. Отдыхаю. А солнышко вот-вот встанет на горизонт, прячется. Уже потихоньку начинает садиться и исчезать из видимости глаз. И сразу станет темно, и все покинут воды Сиамского залива, купание прекращается. Выходит на рыбалку за кальмарами. Сюда. Будут включать фонари, чтобы лучше ловить кальмара. Солнышко еще чуть-чуть. И сейчас наступит ночь. Это очень интересный день. Вот-вот. Но, как правило, оно исчезает до того, как сесть в море. Это очень редкое явление, чтобы солнышко просто коснулось моря. Уже осталось чуть-чуть солнышко, наступит ночь. Чуть-чуть оно уже осталось, чуть-чуть видно. Что у тебя до моря не хватило, буквально там еле-еле. Сейчас корабль пойдет и загородит. Чуть-чуть еще солнышко видно. Видит не в море, а в дым. Ну почти что в море. Почти, этот раз самый такой большой. Чуть-чуть солнышко осталось, сейчас корабль загорает. После корабля солнышко садится. Это наш последний день на острове Фукуок. Сиамский залив, Тихий океан, пальма машет нам до свидания, пока-пока, приезжайте еще, до свидания. Thank you.
едем. Поэтому что на автобусе. Лежачие места. Переправляться на пароме, прямо на автобус.